Настоящей весенней выставкой порадует люберчан краеведческий музей. В экспозиции представлено около 140 работ профессионалов и художников-любителей. На открытии побывала наша съемочная группа. Несмотря на то, что в разгаре весенний месяц май, погода нас, увы, не балует. А вот в краеведческом музее решили ускорить приближение настоящей весны. Здесь как раз открылась выставка «Майская палитра». Это неожиданный творческий микс из работ, выполненных в абсолютно разных жанрах и техниках. Батик, роспись маслом на холсте, компьютерная графика, бумагопластика, квиллинг, керамическая скульптура, художественная фотография. Но все же большинство работ экспозиции пленэрные. Художник непосредственно на природе пишет картины, художник вкладывает в них душу, и они такие более теплые, более приятные для зрителя. За теплую атмосферу и яркие краски отвечает Международный художественный фонд. На выставке можно встретить работы как профессионалов, так и новичков. Стать частью творческого коллектива могут практически все. Даже если работа не совсем грамотная, но чувствуется, что в этом художнике любители, бьется сердце художника будущего, конечно, мы берем таких. Надежда Сазыкина – почетный участник выставки, скульптор, монументалист. Последние 20 лет ее излюбленная творческая тема – анимализация животных Красной книги. На выставке она представила керамическую скульптуру Манула. Вначале я его изучала, очень долго рисовала в зоопарке. С натуры обязательно надо прочувствовать его характер. Я считаю, что увековечить этого зверя их осталось единицы. Юрий Черепанов работает в жанре компьютерной графики более 40 лет. 80% его работ черно-белые. Но для майской палитры художник раскрасил некоторые из них в яркие цвета. Я нарисовал эти 6 картин. Они по композиции моих черно-белых карандашных картин. В них отражено все чувство любви к земле, к природе, к травкам, цветам, к космосу, природе, человеку, планетам, ко всему. И вот это свойство я пытался передать вдруг внезапно в цвете. Увидеть майскую палитру своими глазами можно в Люберецком краеведческом музее с 10 утра до 6 вечера в любой день, кроме понедельника. Выставка продлится до 10 июня. Мария Лапычева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.